вчера на стриме зашел парень, и я у него спросила, чем Украина 41-го года отличается от Украины 22-го? Почему Украина в 41-м была красавицей, а в 22-м уродина? Почему, когда заходят немецкие танки, она должна их отбивать? Сколько перепуг? Вы считаете, что должна. А когда заходят танки в 22-м, она не должна ни в коем случае. Ой-ой-ой, скотина. Что имеет разницу, откуда идут танки? Или название российские, это значит, все можно? Получается, если российские военные насилуют, так это не насилие, потому что это российские. Если российский военный убивает, это не убийство, это же российский военный. Даже если он член отрезает, то, конечно же, не отрезает, это же российский военный, как он может. Чем Украина 41-го отличается от Украины 22-го? Что она не защищала в 41-м? Защищала. Что она не защищает в 22-м? Защищает. Она и через 200 лет будет защищать. Она будет все время защищать свою территорию. Что? В чем отличие? Дальше вы говорите, Сталин красавчик. В чем красавчик? Кто писал письмо Черчиллю? Черчилль не обязан был ему ничего давать. А он просил. Он просил. Он очень много просил. Он, знаете, как богатая любовница. Хочу шубу, хочу бриллианты, хочу Гавайи. Нихуя себе. Сначала кашу заварил Сталин. Хуй положил на репарации, которые Британия наложила на Германию, кормил Гитлера зерном и углем, выкормил, выращил, как яки-мамочка своей сисью. А потом говорит, помоги мне спаситься от этого ублюдка. Ленд-лиз, знаете, что такое ленд-лиз? Вы знаете, что каждый раз, когда у наших солдат открывался рот, туда попадала американская пища. Каждый раз, когда солдатский палец сложился на курок, это был американский курок, американская пуля. Все, что дошло до Берлина, это было все снабжено американцами. И это хорошо. Сталин красавчик. Да, молодец, молодец, молодец. Попросил, мы об этом забыли, мы об этом больше не думаем, выиграли мы. Стоит Зеленскому сделать то же самое. Причем не то, что он просит. У него написано, что я буду помогать тебе, если в твою страну вторгется враг. Да? Нет, Зеленский не имеет... Что, потому что его фамилия не Сталин, только поэтому он не имеет права что-то делать? То есть только Сталина можно брать деньги у Америки. То, вот если твоя фамилия... Даже не фамилия Сталин, forget about last name. У него была фамилия Джугашвили. Если у тебя не какая-то кличка Сталин, то тебе ничего нельзя делать. Просто ничего. Сталину можно договариваться с Гитлером, сосать у Гитлера, кормить Гитлера, руку жать Гитлеру. Сталину можно все. Сталину можно учить даже Гитлера, как быть Гитлером. Ему можно. Зеленский не учил никакого Гитлера, как быть Гитлером. Он с ним ничего не подписывал. Он просто отбивается от нового Гитлера. Нет, Зеленский, значит, плохой человек. В чем? В чем Зеленский хуже Сталина?